Икона представляет Metal Gear Solid. В 96-м году PlayStation открывает новую эру игрушек 3D. Коджима вывел шпионские игры на следующий уровень. И все это при помощи Metal Gear Solid. Мне кажется, благодаря Metal Gear Solid во всех видеоиграх появился такой элемент, как прятание за стенами. Если сегодня играешь в игру, где не надо прятаться за стеной, тебе кажется, что чего-то не хватает. В любой игре должен быть элемент шпионской игры. Игра стала таким хитом, что после нее возник целый жанр шпионских игр. Эта игра повлияла на следующие подобные игры. Но все равно считаю, что Metal Gear — это лучшее, что существует. То напряжение, которое ты чувствуешь, когда крадешься и знаешь, что рядом охранники. Охранники, которые ищут тебя. Это очень необычное ощущение. Нужно быть очень аккуратным и тихим. Вообще-то, я уверен, что можно пройти игру, вообще не убив никого. Ну, кроме боссов, конечно. Нужно убить 6 основных персонажей, которых ты специально пришел убить. Мне кажется, это интересно не только в плане игры, но и в плане моральных перспектив. Коджима расширяет границы игры, прорываясь через четвертую стену. Убери пульт. Мне кажется, Хидео Коджиме удалось в Metal Gear Solid вытащить игрока из игры. Когда Сайко Мантис говорит с тобой, твой джойстик ходит ходуном, или когда он знает о всех играх Konami, в которые ты играл, потому что они сохранены в памяти, ты как будто на мгновение выпадаешь из игры и думаешь, нифига себе, компьютер общается со мной напрямую. Герои игрушки знают все, что творится у тебя на компьютере. Понимаете, это выдергивало тебя из игры и тут же включало обратно. Момент, когда ты понимаешь, что тебе нужно отключить джойстик, для меня это был очень крутой момент. Одна из высших точек игры, это точно. Metal Gear Solid стала доступна массам на компьютерной выставке E3 в 97 году. Мы просто показали трейлер игры, и случилось следующее. Люди, которые утром были на выставке, пришли туда снова вечером, чтобы еще раз посмотреть на этот ролик. Они смотрели его целый день. Люди знали о серии Metal Gear со времен приставки NES, но игра стала объемной, и люди просто кричали от восторга. Я хочу сказать, что обычно, когда публика видит подобную игру на большом экране, реакция бывает не такой. А здесь они еще даже не играли в нее, а только видели ролик, и они уже были в восторге. Миссия Снейка в игре — остановить банду генетических усовершенствованных террористов, которые захватили атомное оружие на Аляске. Работы Коджимы очень визуальны. Он не следует правилам обычной видеоигры. Он берет игру и придает ей ощущение киношности. Но он не превращает игру в кино. Мне кажется, он создает идеальный гибрид. Мне кажется, людей поражает игра с самого начала. Metal Gear похожа на фильм. Когда ты впервые включаешь эту игру, кажется, что это фильм, в котором ты принимаешь участие. Игрок плавает по экрану, на экране появляются титры. Потом нужно начать игру, ты учишься, как надо прятаться. Потом ты бежишь к лифту, попадаешь в него, и снова появляются титры. Герой снимает костюм и так далее. Титры продолжают, это настоящий фильм, а у тебя бегут по спине мурашки. Боже мой, я играю роль в фильме. Когда игра поступила в продажу в сентябре 98 года, она перевернула индустрию с ног на голову. В первый же уикенд было продано 350 тысяч копий. Позже продажи дойдут до 6 миллионов копий во всем мире. Когда хороший режиссер снимает кино, ты всегда узнаешь его по манере работы. Когда Квентин Тарантино делает фильм, сразу это можно узнать. Так вот, когда Хидео Коджима создает игру, ты чувствуешь, что это его игра. У него особенная история, особенные методы и особенная связь между этими составляющими. Я знал, что ничего подобного никогда не было и не будет. То, что мы сделали, потрясающе. Они столько вложили в эту игру. Там есть и юмор, и серьезные моменты. Несомненно, это и юмор, и драма. Там есть все. Все, что нужно для настоящей хорошей игры. В какой-то степени Metal Gear Solid — это как первая матрица. Люди не представляют, что это такое. И сначала им было все равно. Но когда игра вышла, они в нее влюбились. Metal Gear Solid сделали Коджиму и Konami известными. Но как долго продлится их слава и успех? После выхода Metal Gear Solid в 98 году, Коджима и его команда разработчиков приступили к созданию Metal Gear Solid часть 2 «Сыновья свободы».
После успеха Metal Gear Solid мы знали, что люди ждут продолжения. Поэтому мы постоянно находились под давлением. Нужно было сделать что-то великое. Вторая игра должна была быть лучше первой. Так что это был очень необычный опыт. К этому времени имя Solid Snake знал каждый. Solid Snake — это такой убийца-одиночка. Может, поэтому он мне и нравится. Он мне кажется загадочным. Он очень мужественный, такая мистика на тестостероне. Он очень привлекательный. Из-за того, что он такой загадочный, хочется покопаться в его голове. И благодаря этому он кажется еще более крутым. Ну, понимаете, а этот голос... Как дела, парень? Solid Snake — человек, которого всю жизнь использовали военные, его начальство. Он идеальный солдат. Осенью 2001 года Konami выпускает версию Metal Gear Solid 2 для PlayStation. Потом к игре появилось множество дополнений, а заодно и саундтрек, написанный голливудским композитором Гарри Грегсоном Уильямсом. Кроме того, в этой части игры люди обнаружили новую функцию — режим стрельбы от первого лица. После этого на Metal Gear Solid взглянули по-другому. Все были под впечатлением. Но у продолжения есть небольшой секрет, на котором прокалываются многие геймеры. Я была влюблена в игру в течение первых нескольких глав, если их так можно назвать. Ты играешь вместе со Снейком, это просто чудо. Но потом ты вдруг начинаешь играть другим персонажем, Рейденом, и думаешь, что за фигня? А где Снейк? Многие люди были расстроены, что герои заменили на Рейдена. Преданные фанаты были недовольны. И снова Коджима добавляет элементы кинематографа к своей игре. Хотя некоторые геймеры посчитали, что это слишком. Ты сдал тест на отлично. Во второй части Metal Gear очень много видео-вставок. Там есть на что посмотреть. Иногда приходится откладывать джойстик минут на 20. Многие люди жаловались, что там было слишком много диалогов. И диалоги были достаточно убогими. Я сделаю это. Несмотря на то, что многие жаловались на излишнюю кинематографичность и сложный сюжет, мне она все равно понравилась. Metal Gear Solid 2 стала хитом и разошлась более чем 7 миллионами копий. В 2002 году Konami выпускает расширенную версию под названием Metal Gear Solid 2 Substance. Версия выходит для персонального компьютера, PlayStation 2 и Xbox. А в 2004 году Konami выпускает ремейк оригинального Metal Gear Solid для приставки GameCube под названием Metal Gear Solid The Twin Snakes. Игра Twin Snakes была выпущена только для GameCube, но она была основана на первой оригинальной игре, которая была сделана только для PlayStation. Она была создана после договора между двумя великими разработчиками игр, Миямото и Коджимой. Говорят, однажды они ужинали, и Миямото сказал: «Слушай, а почему бы не переделать Metal Gear для GameCube?» Было такое простое предложение, которое они тут же воплотили в жизнь. Они связались с компанией Silicon Knights, создателями Eternal Darkness, и все с удовольствием взялись работать над этим проектом. В ремейке был немножко изменен ход игры, а известный японский режиссер был приглашен, чтобы передать классический монтаж сцен. Я зовут Рюхей Китамура. Так как Рюхей заново представил и пересказал эту историю с точки зрения киношника, это было настоящей удачей. Идея ввести все игровые эпизоды из Metal Gear Solid 2 в оригинальный Metal Gear сработала отлично. Тем временем Коджима написал сценарий для третьей части Snake Eater для PlayStation 2. Это был приквел к первой части. Metal Gear Solid 3 переносит нас на совершенно другой уровень. Коджима поставил себе сложную задачу, сделал так, чтобы по картинке игра, проходившая на улице, сильно отличалась от эпизодов в помещении. Мне кажется, это отличная возможность попробовать какие-то новые вещи. Эта игра должна была стать трилогией, и чтобы закончить серию, нужно было, так сказать, съесть Снейка, поэтому игра и называлась Snake Eater. That's why I called it Snake Eater. Сегодня у серии Metal Gear Solid бесконечное количество подражателей. Появилось огромное количество игр, которые копируют нашу историю или используют те же приемы, как и в игре Metal Gear. Особенно шпионскую составляющую нашей игры. Да, конечно, люди подражают нашей игре, но если у них получается что-то хорошее, ну и слава богу.
2002 год. Тот человек, над которым когда-то издевались его коллеги-разработчики, был назван одним из главных новаторов года по версии журнала Newsweek. Когда я услышал об этой статье в журнале Newsweek, я подумал, что речь идет о 10 самых известных людях в индустрии видеоигр. Но оказалось, речь шла вообще о людях, изменивших мир. Я был удивлен. Однако самое большое изменение произошло в моей семье, в моем окружении. Мои друзья, многие люди, которые когда-то говорили мне, когда же ты закончишь заниматься этими глупостями, видеоиграми, когда же ты будешь развиваться дальше, поняли после этой статьи, да, кажется, ты делаешь то, что ты должен делать. Но фанаты Коджимы в серии Solid Metal Gear знали, что он обречен быть великим. Сегодня мы отдаем дань создателю фантастической игры Metal Gear Solid. Хидео Коджима. Это настоящая икона, без вопросов. Знаете, мне кажется, он даже выше этого. У него есть еще очень много нерассказанных историй, и я хочу услышать их. Мне кажется, что до сих пор вся индустрия видеоигр пожинает плоды, которые он однажды придумал для своей Metal Gear. Я всегда верил, что буду стоять в ряду величайших создателей видеоигр. Даже когда мне будет 100 лет. Надеюсь, что это не изменится и после моей смерти. Даже если я буду привидением, я буду создавать игры. Знаете, это же весело. Японцы не очень хорошо выражают свои мысли, но я скажу просто. Я люблю делать видеоигры. Мне это нравится.